В Приморской столице проходит самый масштабный ремонт теплосетей за последние 30 лет. Так, за счет работ в районе ВВГУ на улице Гоголя увеличат мощность теплосети в 2 раза. На этом участке идет прикладка тепловой сети с увеличением диаметра с 500 до 700. В рамках технологического присоединения музейно-театрального комплекса. Ну, выполнена укладка лотков. На данный момент планируется к замене 1700 метров сети и строительство новой сети 330 метров до самого комплекса. Перекладка позволит улучшить снабжение многих жителей этого района. Для города данные работы важны. Эта сеть питает ВВГУ, таможенное управление, улицу Толстого и общежитие на Державина. До 15 октября планируется закончить выполнить эти работы. Работы выполняться будут на 8 участках. С разбежкой по времени на одном участке будет заканчиваться работа, будет продолжаться на других участках. Контроль качества постоянно проводится в процессе производства работ специальными службами нашего предприятия. Всего в этом году в Владивостоке до старта отопительного сезона планируется заменить 24 километра трубопроводов, отопления и горячего водоснабжения. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на 8.